21 мая, РИА Новости. Рижский окружной суд отменил арест защитника русских школ Владимира Линдермана, сообщила его соратница Оксана Челышева в Facebook. В марте Линдерман поучаствовал во Вселатвийском родительском собрании, на котором выразил несогласие с переводом школьного образования на латышский язык. После этого его арестовали и завели дело за преступление против государства. Под арестом по-прежнему находится еще один противник реформы образования Александр Гапоненко. Позиция Евросоюза. Ранее депутаты из всех стран Евросоюза поддержали сохранение русских школ в Латвии. Они составили обращение с критикой реформы и направили Сейму и Кабинету министров Латвии. По словам авторов обращения, основополагающим принципом Европейского Союза является уважение и защита прав национальных меньшинств. Это беспрецедентное выражение солидарности по отношению к национальным меньшинствам, и в особенности, по отношению к русскоязычным жителям Евросоюза, говорится в сообщении партии «Русский союз Латвии», которая выступает в защиту русских школ. По словам представителя партии Мирослава Митрофанова, теперь же прессе и власти выглядит жалкой и безумной попыткой официальной Латвии противопоставить себя Евросоюзу. Тем не менее, в республике продолжаются акции протеста русскоязычного населения против реформы. Следующий митинг будет приурочен к Международному дню защиты детей и пройдет либо 1, либо 2 июня. Спутник. Сергей Мелконов. Перейти в Фотобанк. Первомайская демонстрация штаба защитников русских школ в Риге. 1 мая 2018. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код спутник. Сергей Мелконов. Перейти в Фотобанк. Первомайская демонстрация штаба защитников русских школ в Риге. 1 мая 2018.